В Министерстве внутренних дел Республики Башкортостан прошла имиджевая акция «Охрана в триколоре», приуроченная ко дню государственного флага Российской Федерации. В Уфе акция прошла в первый день профилактической операции «Безопасный дом, квартира, автомобиль». Участники акции – сотрудники неведомственной охраны первого года службы, ветераны службы и члены православного военного патриотического объединения города Уфы Александр Невский. Проводимое мероприятие преследует некоторые цели, в том числе морально-патриотическое воспитание сотрудников неведомственной охраны первого года службы. Плюс это, конечно же, оказание внимания ветеранам нашей службы. В рамках мероприятия гости нашей акции посетили музей, славящийся богатейшей экспозицией музея МВД Республики Башкортостан. Посмотрели там, побывали во всех экспозиционных залах. Также в рамках акции представлена презентация новейших средств, которые только-только внедряются, прошли тестирование успешно. И вот сейчас уже не в тестовом режиме, а в режиме реального времени работают на обеспечение имущественной безопасности. В результате проведения агитационно-воспитательной работы с нашим населением, с населением нашей республики, на сегодняшний день подразделение неведомственной охраны республики охраняет более 21 тысячи объектов различных форм собственности, 45 тысяч квартир граждан, также охраняется 3,5 тысячи автотранспорта граждан. А обеспечение возложенных на неведомственную охрану задач невозможно без применения современных технических средств. Вашему вниманию предоставляется наиболее перспективная к развитию в неведомственной охране интегрированная система передачи извещений «Приток», которая в настоящее время активно используется не только в городе Уфа, но и во всех наших подразделениях, в том числе и сельских. Данная система состоит из нескольких подсистем, которые обеспечивают организацию охраны любого объекта, телефонизированного или нетелефонизированного, отвечает всем требованиям безопасности и запросам наших потребителей, наших собственников, наших клиентов. Работа сотрудников МВД очень тяжелая, даже сказал, интересная в каком-то случае. Вот. Мне понравилось все, как они передвигаются, с помощью каких средств осуществляется контроль за машинами. Все очень интересно. Возможно, увидев то, как охрана осуществляет деятельность, увидев нашу службу изнутри, кто-то из ребят захочет пополнить ряды правоохранителей.